что ж, а медпалубу создавать оправу. Ну и традиционно запугивание от Хэммонда. Ну чёрт! Айзек, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Ты не в силах помешать Божьему промыслу. Естественный порядок. Ты так же слеп, как и все. Здесь всегда были лампочки. Похоже, кто-то сменил код замков на палубе, причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля. Походу, теперь хочет. Только там он сюрпризы устроил мне. Чтобы вместе было не скучно гулять. Я здесь был. Вот урод. Упали деньги, значит. Настоящий хоррор был бы, если бы деньги упали, а он бы еще не сдох. Упой. Хуже стали съесть. Че это я? Пользуясь бы стазисом, было бы страшно. Ты рядом с химлабораторией. Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, где они могут быть. Да тут сколько угодно образцов. Лопай-попай. Личный дневник доктор Кэлус Мерсер. Теперь у меня есть объект для изучения.
Я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца в... Рискну предположить, пациент не хотел, чтобы его резали. Тем более он не хотел не быть чьим-то божьим замыслом. Это чисто мое предположение. Вот урод. И знаешь, что самое поганое? Вот с этим вот уродом мы будем мучиться почти всю игру. Все свое бытие на корабле точно. Достойно восхищения, но твои потуги напрасны. Хотя, может, люди, как вид, не так безнадежны. Неужели лишь я один узрел это? Узрел, что мы все давно мертвы, но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой век, свою борьбу. Наше будущее. Твое будущее. Бесполезно. Будущее нашей расы, оно заканчивается здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества. Детьми, которые заменят нас нашим лучшим творением. Вылезай, гад! Черт, только стать. Ты не сможешь убить это, Айзек! Оно постоянно регенерирует! Убирайся оттуда, беги! Куда? Кстати, быстро регенерирует. ДНК. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследовал. Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. Айзек, ты должен поторопиться. Твое упрямство меня поражает. Держать за каждый вздох, ты ползешь вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром. Но теперь... Он принадлежит детям. Найди радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. Твоя смерть дала бы им жизнь. Слышишь? Она уже близко. Молись.
Боже! Благослови эту гранату! Боже! И благословена твоя граната, потому что я верю, что она благословена. Личный дневник, доктор Кэлус Мерсер. Образец прекрасно реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной структуры, не говоря об эластичности, потрясает. Доктор Кейн вряд ли одобрит мои действия. Но я пока не собираюсь ему что-то говорить. Тем более он поглощен... Отлично, Айс. Давай, заканчивай. Это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Смирись со своей смертью. Отказ системы жизнеобеспечения. Точно, побери это. Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь воздух ушел в открытый космос. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Oh.
Ну, совсем немного времени имеется. Печальненько. Добежал. У тебя есть все, чтобы изготовить яд. Возвращайся в лабораторию. Что бы ни задумал, делай это скорее. Почти не могу дышать. Я теряю тебя, Хэммонд. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Я просканирую все частоты и попробую определить его координаты. А ты пока смешай все компоненты. О, это мое самое любимое оружие. Нет, ничего страшнее этого оружия. Ничего. Ну, а пока полечимся немного. Да? Продадим кучу барахла и затаримся. По атмосфере. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном. Клавишей. Thank you.
Есть новая информация по атмосфере. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Именно тогда начал гадство. Гад! Подлые негодяи! Смерти от этих самых маленьких сосущих паразитов. Это был урок. Надо привыкнуть к правильному раскладке. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Перемешивание завершено. Пожалуйста, заберите капсулу. Надеюсь, яд подействует. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. От Хэммонда пока никаких вестей, так что будь осторожен. Я не буду напоминать, что воздух там отравлен. Я начинаю восхищаться силой твоего духа. Пусть ты не ведаешь, что творишь. Думаю, ты должен увидеть весь замысел. Тебе не стоит отвергать предложение разума Роя. Ты будешь свидетелем. Вот гадство. Стасис. Возможно, ты понял. Мое дело должно быть продолжено. И оно продолжится. Я, доктор Хелс Мерсер, стану проводником нашего рода на пути к спасению. Эти образцы вернутся со мной на Землю, и я распространю их святое величие по всей планете. Оставлю вас с моим созданием. Окунитесь в неизбежное. Thank you.
все, парень. Пора баю, баюшки, баю. Цикл заморозки завершен. Транспортирую пациента. Я ж сказал, подберу еще один узел. Будем надеяться, мы больше не увидим. Это. Я смогла взломать установленную Мерсером защиту. Рядом есть еще одна станция вагонеток, ведущая в отсек гидропоники. Давай считать, что времени хватит. Чего-то запоздневляем, мы стали помирать часто. Причем из-за моей глупости.